Ты сына ли покормил? Сына? Послушай, я тебя всего на день с ребенком оставил, а ты все забыл. Вот где он сейчас? Чем он занимается? Цветы поливает. У меня для вас хорошие новости. Я вам халтурку нашел. Надо выступить на корпорацию одного бизнесмена. Все денежки зарабатываешь. Профессионалы. Они раньше у Каруза играли. Кто такой? Каруза — это как для вас вице-президент «Газпрома». Авторитетно. Расщеплите свои эти смычки и сыграйте на этом корпорате у мужика. Нормальную музыку можете сыграть? И это классика. Если бы мне нужна была классика, я бы позвонил проституткам. Вы нас даже не покормите? И что теперь делать, Максим? Оберите, я не знаю, ограбьте. Ограбление — это интересно. Молодец. Какой у нас план, а? Мы начинаем ограбление. Продаем все награбленное. Идем на эти деньги, покупаем лотерейные билеты. План безупречный. Где мои часы? Они мне очень дороги, очень. Я не знаю, кто кроме ментов такой беспредел может устроить. Рюмка водки на столе! Да ты мент. Сам ты мент. Да, я мент. И все, кто там наверху, тоже менты. Это меня еще больше заводит. Меня тоже. Мы сейчас в оркестровой яме. Да что уж там говорить, Максим, в заднице. Я еду. Слушай, у тебя деньги есть? Нет, но 5 минут и появится. Если грамм, это сколько? 4 по 50.